Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на пригородный электропоезд до станции Ипподром. Отправление поезда в 17:06. Состав находится у платформы номер 13 на 24 пути. Благодарим за внимание. Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на пригородный электропоезд до станции Подольск. Отправление поезда в 17:07. Состав находится у платформы номер 15 на 29 пути. Благодарим за внимание. Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на пригородный электропоезд до станции Владимир. Отправление поезда в 17:10. Состав находится у платформы номер 6 на 10 пути. Благодарим за внимание. Уважаемые пассажиры, начинается посадка на скорый поезд номер 127 с сообщением Москва-Симферополь. Отправление поезда в 17:30. Состав находится у платформы номер 1 на первом пути. Номера завагонов начинаются с головы состава. Благодарим за внимание. Уважаемые пассажиры, в соответствии с законом запрещается курение в залах вокзала, на платформах, а также в пассажирских и пригородных поездах. Места для курения обозначены специальными указателями в 15 метрах от здания вокзала. За несоблюдение закона полагается штраф до 1500 рублей.
Уважаемые пассажиры, начинается посадка на пригородный электропоезд до станции Калуга. Отправление поезда в 17:22. Состав находится у платформы номер 6 на 11 пути. Благодарим за внимание. Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на скорый поезд номер 127 с сообщением Москва-Симферополь. Отправление поезда в 17:30. Состав находится у платформы номер 1 на первом пути. Нумерация вагонов начинается с головы состава. Благодарим за внимание. Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на пригородный электропоезд до станции Владимир. Отправление поезда в 17:10. Состав находится у платформы номер 6 на 10 пути. Благодарим за внимание. Уважаемые пассажиры,
Продолжается посадка на пригородный электропоезд до станции Калуга. Отправление поезда в 17:22. Состав находится у платформы номер 6 на 11 пути. Благодарим за внимание. Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на скорый поезд номер 127 с сообщением Москва-Симферополь. Отправление поезда в 17:30. Состав находится у платформы номер 1 на первом пути. Номера взрывов начинаются с головы состава. Благодарим за внимание.
Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на скорый поезд номер 127 с сообщением Москва-Симферополь. Отправление поезда в 17:30. Состав находится у платформы номер 1 на первом пути. Нумерация вагонов начинается с головы состава. Благодарим за внимание. Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на уровне электропоезда станции Калуга. Отправление поезда в 17:22. Состав находится у платформы номер 6 на 11 пути. Благодарим за внимание. Уважаемые пассажиры, начинается посадка на пригородный электропоезд до станции Раменская. Отправление поезда в 17:39. Состав находится у платформы номер 9 на 16 пути. Благодарим за внимание. Уважаемые пассажиры, начинается посадка на скорый поезд номер 50 с сообщением Москва-Самара. Отправление поезда в 17:50. Состав находится у платформы номер 2 на третьем пути. Нумерация вагонов начинается с головы состава. Благодарим за внимание. Уважаемые пассажиры, начинается посадка на пригородный электропоезд до станции Рязань. Отправление поезда в 17:40. Состав находится у платформы номер 16 на 31 пути. Благодарим за внимание.
Уважаемые пассажиры, скоро поезд номер 127 с сообщением Москва-Симферополь отправится через 5 минут с первого пути. Нумерация вагонов начинается с головы состава. Просим пассажиров занять свои места, а провожающих выйти из вагонов. Счастливого пути, уважаемые пассажиры! Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на скорый поезд номер 50 с сообщением Москва-Самара. Отправление поезда в 17 часов 50 минут. Состав находится у платформы номер 2 на третьем пути. Нумерация вагонов начинается с головы состава. Благодарим за внимание. Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на пригородный электропоезд до станции Раменская. Отправление поезда в 17 часов 39 минут. Состав находится у платформы номер 9 на 16 пути. Благодарим за внимание. Уважаемые пассажиры, начинается посадка на пригородный электропоезд до станции Подольск. Отправление поезда в 17 часов 45 минут. Состав находится у платформы номер 11 на 20 пути. Благодарим за внимание. Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на пригородный электропоезд до станции Рязань. Отправление поезда в 17 часов 40 минут. Состав находится у платформы номер 16 на 31 пути. Благодарим за внимание. Уважаемые пассажиры, в соответствии с законом запрещается курение в залах вокзала, на платформах, а также в пассажирских и пригородных поездах. Места для курения обозначены специальными указателями 15 метров от здания вокзала. За несоблюдение закона полагается штраф в 1500 рублей. Уважаемые пассажиры, скоро поезд номер 127 сообщение Москва-Симферополь отправляется с первого пути. Будьте внимательны и осторожны.
Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на скорый поезд номер 50 с сообщением Москва-Самара. Отправление поезда в 17:50. Состав находится у платформы номер 2 на 3. Будьте осторожны.